Рено Канга, 2015 год. Первая регистрация, 7 месяц 2015 года. Автомобиль привезен из Европы в России, не эксплуатировался, растаможен на центральной акцизной таможне, получен ПТС, регистрация в ГИБДД не проводилась, ПТС чистый, первый покупатель зарегистрирует автомобиль на себя. Автомобиль полностью в родной краске, в Европе эксплуатировался полностью под пленкой. То есть кузов был полностью защищен от царапин, от песка, от всего остального. Состояние по кузову практически идеальное. Есть парочка небольших вмятин, ну или сколов. А может быть и нету. Смотрим внимательней. Нет, это не скол. Вот остатки пленки, под которой, который был покрыт автомобиль. Основное преимущество данной версии Рено Канга — это длинная база. При разложенных сиденьях длина грузового отсека превышает 2 метра. От спинки переднего правого сиденья расстояние получается 2 метра 20 сантиметров. Сиденье раскладывается очень легко, в пропорции 40% на 60. Автомобиль очень экономичный. Дизельный двигатель объемом 1,5 метров кубических, 90 лошадиных сил с возможностью чипования до 110 лошадиных сил. При этом снизится расход топлива. Двигатель хоть и дизельный, но работает очень тихо, мягко и при этом довольно-таки приемистый, гораздо приемистей и более тяговитый, нежели мотор бензиновый 1.6. Этот мотор устанавливается также на автомобиле Nissan и на ряд других моделей Рено. Приглашаем всех увидеть этот автомобиль воочию на нашей стоянке. Цена его составляет 790 тысяч рублей.